саженцы яблони краса Свердловска являются самобесплодным сортом, нуждающимся в растениях-опылителях. Для проведения перекрестного опыления дерева следует разместить рядом с другими сортами яблонь-опылителей. У крупномера краса Свердловска блестящие листья сердцевидной формы, а весной на нем распускаются бело-розовые цветы. Урожай будет созревать регулярно только спустя 6-7 лет. Яблоки ровные, округлые, слегка конические, большие от 160 до 250 граммов вес одного. Мякоть нежная, кремовая, очень сочная и плотная. По вкусу яблоки отличные, они не опадают с ветвей до момента съемной зрелости. Многие садоводы считают данный сорт одним из лучших благодаря в том числе кисло-сладкому вкусу и аромату плодов, их хорошей переносимости транспортировки, красивому цвету. Яблоня краса Свердловска – это многолетнее растение высотой 300-400 см. Дерево лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Яблони прекрасно используются подавляющим числом садоводов во всем мире для влагоемких почв. По типу ствола яблони краса Свердловска можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает яблони краса Свердловска в месяц май. Лист этого прекрасного растения по форме плоско-округлый. Летом листва темно-зеленая. Яблони краса Свердловска имеет зимний срок созревания. Урожайность яблони краса Свердловска около 70-100 кг, и это средняя урожайность. Бывает как больше, так и меньше. Масса плодов приблизительно 120-160 грамм, но, конечно, зависит от условий выращивания. Форма у плода округло-коническая. Цвет плода желто-зеленая с красным румянцем. Вкус кисло-сладкий, мякоть плотная. Ягоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Обратите внимание, что яблони краса Свердловска – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.